Златан Ибрагимович, игрок Аякса, Амстердам. Артега, пауза и... И гол засчитывается. Как вовремя вбежал в штрафную Креспо, а? А ведь вратарь-то разгадал, защитники прозевали. Тоже должны были туда вбегать, шведские. Кстати, Креспо до удара побежал, но голкипер это не увидел. Ну и теперь начинается, я думаю, сумасшедший, отчаянный штурм сборной Аргентины.